Я Нингали Гульсара. Специально приехала в Женеву, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам и нарушения прав инвалидов. Приехала именно в Женеву, потому что в Казахстане мы исчерпали все возможности. Мы обращались с заявлениями и жалобами во все правоохранительные органы и кончая приемом у личного помощника президента, как Назарбаева, так и Токаева. Но ничего не изменилось. Коррупционеры поддерживают коррупционеров. Коррупцию и нарушение прав инвалидов слепые связывают с руководителем Казахского общества слепых Наурызбаевым, который создал точную копию империи Назарбаева. Он все деньги, заработанные инвалидами, неизвестно куда девает. Очевидно, в карманы.